Незаконная реклама уродует архитектурный облик района. Одно из крупных нарушений зафиксировано на Горьковской трассе. Почти вся дорога пестрит разнообразными вывесками, которые не отвечают ни одному стандарту размещения рекламы. Еще в прошлом году на территории Московской области началась большая работа по формированию благоприятного облика главных дорог региона. Сюда же относится и вся наружная реклама. По закону она не должна находиться на столбах, заборах и самодельных стендах. В ходе прошедшего рейда такие сооружения ликвидировались на месте. Горьковская трасса медленно превращается в одну сплошную рекламу. Объявления «куплю-продам» висят почти через каждые 500 метров. В большинстве случаев собственники такой рекламы решают сэкономить на оформлении соответствующих разрешений. Подобные вывески нарушают все требования по размещению наружной рекламы. Это необходимо для того, чтобы привести в надлежащий вид, можно сказать, наше лицо Орехово-Зуевского района. Это выездные ворота, вылетная магистраль, так называемая Горьковское шоссе. Вот сегодня мы проезжали как раз по Горьковскому шоссе в Малой Дубне, Платаве, Ожерелке и убираем вот этот информационный мусор. Такие конструкции появляются спонтанно. Рейтинг мы занимаем сейчас не очень хороший, то есть мы одни из аутсайдеров. В течение дня бригада районного комбината по благоустройству вместе с представителями администрации поселения, управления по строительству и архитектуры района и полиции демонтировала более десятка баннеров и вывесок. Чтобы подобные объявления не появлялись снова, такая работа будет проводиться регулярно.